Жена пришла с работы и говорит мужу: «Толик, а у меня голова не болит». Ну, Толик сразу понял, что-то где-то она накосячила. «Люсь, что натворила, колись?» Она говорит: «Да так, ерунда. Юбку купила». Толик чуть с дивана не упал. «Люсь, как, зачем? У тебя уже есть 32 юбки». Люся говорит: «Не знаю. Захожу в магазин, мозг отключается, и юбка сама купилась». «Толик, это у меня шопоголизм. Болею я». Толик говорит: «Ну, раз мозг отключается и болеешь, поехали к твоим в дурдом». Приехали. Толик к психиатру говорит: «Доктор, ну у человека уже есть 32 юбки. А он покупает себе еще одну. Это нормально?» Психиатр говорит: «Вы что, шотландец?» Толик говорит: «Не, я дальтоник, я про жену». Доктор говорит: «Будем лечить». Он посмотрел Люсе в глаза: «Женщина, спать!» Люся отреагировала моментально: «С кем?» Доктор говорит: «Пока одна. Это гипноз». «Женщина, что вы будете делать, если я сожгу в городе все магазины?» Люся тихо сказала: «Не зали меня, козел!» Доктор говорит: «Шмоточный психоз. Наука бессильна. Потому что шопинг для женщины — это как секс, только чаще». Толик говорит: «Значит, будем лечить народными средствами. Клин клином вышибать. Люся, с этого дня сколько раз шопинг, столько раз супружеский долг. Готовься». Люся радостно закричала: «Всегда готова!» Первые 2 дня все было нормально. Шли ноздря в ноздрю. Шопинг, долг, шопинг, долг, шопинг, долг. Потом Толик стал отставать. Ну, короче, не потянул такие нагрузки. И по супружескому долгу загнал в себя в такие долги. У соседа по даче жена тоже шопоголик. Сумки покупает. Он недавно пришел, говорит: «Жена хочет сумку Дольче Габана, 100 тысяч». Я говорю: «Ё? Ну, в смысле, что дороговато». Сосед говорит: «А потому что сумка сделана из ушей американских сусликов». Я говорю: «Ты посмотри, что Трамп вытворяет. И что, отольются ему сусликовые слезы». Сосед говорит: «А еще жена сказала, если я сумку не куплю, она сдохнет». Я говорю: «А вот это шанс. Не упусти. Водку на поминке уже взял?» Ой, не успел. Купила она эту сумку. А у нас полгода за квартиру не плачено. Уже отрезали свет и газ. Завтра придут спиливать унитаз. Я говорю: «А моя кофточки шопингует. У ей уже 43 штуки есть. И что интересно, все не то». Жена из кухни высунулась и говорит: «Леша!» Я говорю: «Цыть, шопоголичка! Грохну, как Габана суслика!» Жена говорит: «Смотри, что я купила! Кофточка! Франция!» Ну, смотрю, на этикетке написано: «Пошито в Париже» китайскими иероглифами. Ну, 100 пудов Франция. Самое страшное, шопоголизм — вещь заразная. Вот Толик, который жену в дурдом возил, что, он заразился. Спят они ночью, вдруг топот, он вскочил: «Помогите, помогите!» Жена говорит: «Лежи тихо. Это мои юбки выходят из моды». И тут Толик говорит: «Вставай, пошли покупать новые юбки». Люся говорит: «Пошли». Но сначала супружеский долг. Только говорит: Люся, какие долги между своими? Да я сдохну, как суслик. Пошли, прощаю тебе все долги. И в тот же день купил себе 3 кепочки. Люся чуть с каблуков не упала, говорит: Толь, зачем тебе 3 кепочки? Ты что, Змей Горыныч? Он говорит: не знаю. Мозг отключились. И кепочки купились. Повела Люся мужа в дурдом. Психиатр Люсю увидел, говорит: женщина, спать. Она говорит: ты сначала мужа усыпи. Ну, видимо, слишком громко сказала. Толик услышал. Короче, Люся от шопоголизма вылечилась. 2-й месяц в магазины не ногой. Обе ноги в гипсе. А доктор, наоборот, стал шопоголиком. Покупает себе уже 5-е костыли. У шопоголизма есть одно положительное качество. Вот женщина, когда что-нибудь себе купит, и оно ей идет, она становится такая красивая. А когда рядом с вами идет красивая женщина, а все мужики завидуют, весь этот шопоголизм, ну такая ерунда. Правда же?